eSportBets.com. Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Dota 2 до Hearthstone. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает first blood? Кто заберет первого рошана? Кто выиграет ножевой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до $600. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Всем любителям Counter-Strike привет! Отдельный респект и уважуха, друзья. У нас финал 11 сезона Star Ladder продолжается. И сейчас уже прошел раунд у ножах. Вторая карта финала лузеров. Нави, Титан и... Сенсация! Что Нави случилось? Выиграли ножи. Наконец-то парни выбирают сторону. За сколько сыгранных уже карт? Я, если честно, сбился со счета. LGLC два сайдпика проиграно. Титаном... Четвертый сайдпик. Нет, под... Да, нет. Четвертый сайдпик. Да неважно. Вообще, на самом-то деле, редко это явление. Нави выигрывают ножи, друзья. В последних матчах редко, я имею в виду. Ну и сейчас ребята обсуждают, что будет идти дальше. Самый подходящий момент для выигранного сайдпика. На Мираже начинать в защите очень приятно. А здесь мы однозначно можем сказать, что эта сторона сбалансирована больше в сторону дефенса. И атака здесь, ну... Приятно начинать в защите, выигрывая пистолетный раунд и не давая эко. Вот это, если такое произойдет, если счет будет 4-0... А еще и выигрывать первое оружие. Да, если 4-0, 5-0 за Нави будет, я вот, наверное, скажу, что это все. Это будет ГГшка и Нави дожмут. Вот мне почему-то так кажется. Сейчас можно додавить. Но мы знаем, как играют Титаны. Я тебя попрошу этого не делать. Ты знаешь кучу примеров в истории комментаторов, когда вот все, победа, поздравляем команду, она выходит в суперфинал, а там дальше... За карту это не страшно. Вот когда моментом 1 в 5 остается и говорят, что все ГГ, и тут кидается червь, и 1 в 5 берется раунд, это да. Но вообще это все равно в основном там, наверное, вот за всю мою память происходило, когда дилей там 90 секунд, и в любом случае комментатор ничего не решает. Вспомни просто живые трансляции по футболу, матч Шахтера против Динамо, вот там как раз таки был момент, после которого комментатор потерял свое рабочее место. Спорта там был матч. Да. А, это Порту был. Да. И Порту тоже, это последнее. А вот давным-давно еще. Когда счет 2-0, все кричат молодцы, и тут опа, опа. Шахтер победил, да, конечно, победил. Ладно, ребята, вернемся к Counter-Strike. У нас уже, по-моему, готова команда. Они там на сцене, последний моральный настрой, вот последний обсуждение раунда. Сейчас они уже после сайдпика понимают, кто за какую сторону начинают. Нави в защите, Титаны атакуют. И сейчас, конечно же, ребята в первую очередь должны обсудить пистолеты, напомнить там основные направления атаки Титанов, вспомнить то, что Титаны центр очень неплохо напрягают и раскидывают, то, что, в принципе, если их не остановить на центре, то с ними довольно сложновато играть на Мираже в закрытый Counter-Strike, такой вот, говорят, пассивный дефенс, но я называю его закрытый дефенс, потому что... Ну, знаешь, как раз-таки здесь за счет двух снайперских винтовок у Титана... Как дефенс, так и атака может очень серьезно напрягать Нави. Ну, Нави, в свою очередь, знают свои сильные и слабые стороны. Они понимают, где они могут дело продавить, где они не могут продавить. Поэтому, судя по сегодняшнему дню, реально становится понятно, что команда вот морально готова. То есть тактически они всегда готовы. Значит, есть Даня, он там, ребята друг с другом сыграны хорошо. Но они посмотрели игры своих соперников, знают, как те действуют. И вот как раз-таки Даня, я думаю, сейчас и рассказывает своим тиммейтам, что будет происходить, чего стоит ожидать от команды «Титан». И как с этим бороться? Есть вторая сторона медали для команды Natus Vincere. Ну, лучше не проигрывать Мираж, потому что потом сезон, и это может закончиться деле, чем угодно. Это, да, это больше карта склонна к рандомному результату, но Нави на сезоне так же хороши. Так что ничего страшного для рожденных побеждать нет. Давай скажем, так же хорошо, как и французы, которые там вчера чуть ли не первый раз между собой играли карту сезон. Да, но Титаны на нем проиграли, причем проиграли с уверенным счетом. Ну, ладно, не будем опять же далеко забегать вперед. Еще раз всем привет, кто смотрит нас в прямой трансляции. Вы истинные друзья, фанаты Counter-Strike, Global Offensive, Star Ladder, ну и в данном случае Natus Vincere, либо команды Titan, либо Титаны, называйте как вам удобнее, латиницей, либо кириллицей, особо неважно. Ну что ж, начинается матч, удачи командам, и понеслась атака за командой Титан, защита за Нави. Напоминаем, первую карту выиграли Natus Vincere на The Dust 2 со счетом 16-10, проиграв свою атаку со счетом 6-9. Да, действительно, в защите сыграли практически безупречно. Проиграли только пистолетный раунд. После него взяли эко и все к ряду. Так, у нас вот перед началом пистолетного раунда на фристайме поставили паузу. Рестарт
сейчас в исполнении... А, нет, даже отменили вот матч сейчас, парни. Рестарт TeamSpeak у команды NATO Spencer. Решили они его ребутнуть. Ну, кстати, есть, не знаю, сегодня не заходил, не проверял, но вообще вчера были, значит, и сегодня должны быть TeamSpeak и команд отдельным стримом. К сожалению, там нет вот картинки стрима самого, было бы вдвойне интереснее, если был TeamSpeak команды плюс картинка, но я думаю, как-то комбинируя несколько стримов, можно получить TeamSpeak, например, Na'Vi и картинку с нашего стрима, там, чуть-чуть пошаманим. Где-то вот надо заморочиться. Паузы поделать на стриме, чуть-чуть там, ну, синхронизировать картинку и звук, и тогда будет у вас все идеально. Это реально сделать. Еще раз всем советую послушать также TeamSpeak и команд. Ну и теперь уже удачи, поехали. Начинается вторая карта, Na'Vi, Титаны. И если Na'Vi берут Мираж, они выходят в суперфинал, где сразятся с командой LDLC, начиная со счета 0-1, серию лучшие из пяти. Так, ну и смотрим на карту, что происходит. Титаны скопили все свои силы возле базы А. И под хорошую раскидочку уже постараются установить бомбу. Тут просто кому-то только что вот Гвардину очень сильно досталось. И, наверное, его будут добивать. Да, делает это Кеннис. Но в это время успел там и Эдвард поработать. И бомба хоть и стоит, но ситуация была 4 в 4. Но посмотрите, как... Вау! Я хотел сказать, как сейчас задавит Зевса, но там неимоверный хедшот от этого парня. Кеннис дает минус, ну и у нас... В итоге 2 в 3 ситуация, плохие позиции у Na'Vi, хорошие у Титанов, инициатива их на их стороне. Конечно. Ну вот подождите, Сейзи дает минус, Зевс прочекал и знают, где последний, по-моему, находится. И тут главное не ошибиться. Так, а дефузов-то нет. Ищет, нашел, не нашел. Нет, да... Все, не убил Сейзи, к сожалению, и это 1-0 за командой Титанов, но что скажем... Ну, close раунд получился в итоге. На самом деле, в какой-то момент показалось, что Титаны должны забирать его без шансов, но Денис опять-таки же в очередной раз показал, что находится практически в оптимальных кондициях и навязал борьбу. Ну, вообще весь пистолетный раунд, друзья. Два декоя, один на начало ковров был кинут под Б. Вот нужно в демке посмотреть, как они с респауна прокидывают декой прямо почти под точку Б. А второй декой, по-моему, в центр куда-то залетел. Либо на плант А, либо в центре. Вот я... Так, тем временем аркада на базу Б. Костин уже готов принимать вместе с Ваней Эдвардом. У Эдвард всего лишь один минус. А тут проблемы у Na'Vi возникают. Ну подождите, забыли Костин! Про Сейзи, да! И остается Existence. 1 в 3. Гвардиан, Сарик, Зев знают, где он. Затопили. 1-1. Na'Vi сделали бай. Вот это да! А Титаны тоже рискнули аркадой на Б. Да, просто вот так вот сыграли очень нагло, очень примитивно. И были за это наказаны. Вот это начало. Вот помните вторую половину Даста, когда Na'Vi взяли эко-раунд, и за счет этого, я считаю, мы тут, в принципе, все посовещались и решили, что именно за счет эко выиграли Даст Na'Vi, иначе было бы там 16-14, 15-15, и черт знает что. Ну, на самом деле могло быть все, что угодно. Да, да, да. Но Na'Vi выиграли его и в итоге забрали Даст себе. Так что это хорошая новость для Na'Vi, взяв эко-раунд, они... Сломили мораль Титанам и теперь постараются их уже додавить. Ну а я в очередной раз повторюсь, это Counter-Strike Global Offensive, поэтому первые три раунда, четыре будут, как всегда, очень интересными. И в них очень многое решается, вообще иногда даже судьба целого матча. То, что происходило сегодня, например, в первой игре команды Na'Vi против Epsilon. Ну что ж. Давайте. Да, опять-таки же, под раскидочку французы выходят на базу, Акьолис забирает Зевса. Гвардиан скилпы дал, но тут еще вот есть товарищ Старикс. Если заберет ковры, будет все хорошо. Забрал, 3 в 2, бомба стоит. Ну и есть живой... По хоузбарам проблемы есть у Na'Vi. Да, есть у этого человека. А вот, в принципе, вот эти два парня могут очень неплохо зайти. Маньяк и Existence. Ну, вообще отмечаем, как играют свои эко-раунды французы. Как он выходит, маньяк, реально маньяк. Сейзит вместе со Стариксом против Existence. Денис, есть минус. Нет, Денис сегодня тот самый Денис, а не фейк Дениса, который был вчера. Подставу решили устроить Na'Vi во вчерашнем дне, да? Какой-то клон, да, вчера сидел, а не Денис. А сегодня вот, вот это тот самый человек. Вообще было подозрение, что у Дениса вчера были холостые патроны, но... Или просела левая кнопка мыши. Что-то точно не работало. Так, ну вот наконец-то. Долго Словак нас ждать не заставляет. Просто смотрим. Ну и начиная с классической позиции, в принципе, как бы тут все нормально. Ну и, конечно, вы видите, что готовится. Даже лишних слов каких-то не хочется говорить. Хорошее, еще раз повторимся, начало для команды NATO Spencer, но
Мираж, не знаю, мне очень нравится в исполнении титанов, особенно их атака, поэтому... Ну, правда, сейчас мы посмотрим, насколько они хороши. Когда уже будут девайсы, когда уже войдет полный набор оружия, тогда мы и посмотрим. Ну что же, опять-таки же под раскидку французы постараются выйти на базу А. Старикс открывается, дальше размен, ну и... Ну как-то Гвардиан успел одного цепануть, Зевс хелпы сразу же двоих забирает, здесь уже Эдвард на ящике, ну Зевс, Зевсом очень много урона нанес, около 250 хп выбил из оппонентов, четко. Ну и вот тот самый ответственный момент для Нави под номером 1 на карте Мираж. Очень важный стратегический момент вообще в теории Counter-Strike. Это вот первый оружейный. Опять же защита. Опять же у них все хорошо после выигранного эко-раунда. Ну и можно, можно усилить. Что-то вот не могу. А, вот, все, нашел нужного человека. Да, вот как раз-таки тот девайс, который... может влиять на погоду на карте Мираж. Ну, мне кажется, сейчас уже именно начинают решать в большей степени, это, конечно, командные действия, вот тактики, опять же, антистратегии. Ну и вот волевые решения. Вот как сейчас Старикс вроде бы должен был забирать Апекса, да, но как-то вот... Как-то не пошел спрей, и в итоге Сережа перестрелку проиграл. Хорошее начало для титанов. Открываются. При этом остаются живы в пятером, но надолго ли это? Ну, сейчас узнаем. По крайней мере, по мини-карте мы все видим. Заметьте, вот сколько уже сыграно? Это пятый раунд, и у французов пока как-то все выглядит очень однообразно. Ну, иногда зато оно очень эффективно. Ну, вот посмотрим, как вот на этой позиции сыграют ребята. Вот, Зевс неплохо с Эдвардом все-таки принимают своих оппонентов. Здесь и Гвардиан помогает, здесь тупичок нужно до... Ладно, как это было, я Кеннис не знаю. Кеннис своевременно забирает Эдварда, спасает жизнь своему тиммейту. Ну и вот тот самый Экзистенс, который сделал первый фраг, умирает последний. Гвардиан хорош. Ты видел этот момент у Эдварда, как он отпустил тупик, и Кеннис перехватил Эдварда. Это было жестко. Мне казалось, что Эдвард все-таки увидел парня, пробегающего вот за ящик направо. Но там настолько интересные дымы в CS GO. Тоже вот это большое тотальное изменение игры. Изменения. Эти сумасшедшие дымы, они реально очень сильно влияют. Вот, наверное, самый показательный момент на 11-х финалах Star серии — это был прошлая карта. Момент, когда Кеннис сохранял ВВП на Б-пунте. Да, да, мы вспоминаем, конечно, с радостью уже этот момент. У меня он также где-то был отписан. Ну и посмотрим. Да, ничего так себе начекал, но тем не менее Зевс подрезает с другой стороны, с района коннектора. И Костин на Б забирает маньяка. 3 в 5 ситуация. Нави понимает, что у титанов экономический раунд, и надо просто выжить впятером, при этом не дать титанам поставить бомбу. Да, ну, тут сейчас должны... Нет, не добивают все-таки Апекса. Старикс помог Зевсу, сделал свой фраг. Ну и вот посмотрим, как получится здесь. У QLE забирает Зевс Экзистенса в подвале. Ну и остается один француз, и тут шансов просто нет. 5-1 за Нави, вот. Задачу Нави выполнили идеально. Бомба не стоит, все впятером живы. Четкий эко. Счет 5-1, и довольно интересная экономика у команды. 8500, 8500, 3400, 4500. Все это остается, плюс деньги, которые пойдут за этот раунд. То есть, ну, где-то раунда на 2 запаса уже есть у Нави. И это большие проблемы у титанов. Если еще наберут денег себе Нави, то... то дальше будет тяжелее и тяжелее. Придется всю сторону пробивать французам через девайсы Нави. Так, и вот интересный раунд исполняют две команды. У нас вот начало такое абсолютно спокойное. Но Старикс продолжает играть агрессивно возле ямы. И на этот раз он забирает Апекса. Ответил ему за предыдущий. Ну и теперь чем ответит Кеннис? И ответит ли вообще? Ну, в принципе, чем он может ответить, мы знаем. А вот ответит ли? Вот, ну, в чем вот вопрос. Тут, знаешь, ва-банк или не ва-банк? Достойный ответ попадает по Сереже Стариксу. Кенни забирает Вавака. Забирает Старикса QLE, у которого осталось очень мало КП после точного попадания. И уже 3 в 3. Зевс помог здесь, подрезал одного из соперников с коннектора. Вот хорошая позиция. Ну и вот эта позиция пока что... Давай нам, наверное, еще разок номер 7. И там вот... Хотя нет. Я думаю, вот... экшен не будет здесь. Как-то все довольно просто получилось. Да, вот так не прикрыли Сережу Старикса, но и стоит отметить, насколько Кеннис был уверен в позиции своего оппонента. Он вышел четко, ну вот,
Как будто знал, что Сережа стоит именно не там. Не хватило небольшого чека вот от парня в коннекторе, вот чтобы он все-таки с трона как-то вот там краем глаза как-то пропрыгнул, проскочил, увидел выход с ковров. А так он прошел, увидел, посмотрел трон, посмотрел Делпана, посмотрел все позиции. Посмотри, что происходит, Кеннис все-таки находит. Я видел, но, если честно, не верил. Раунд в исполнении Кенниса, буквально соло, 5-2, но опять знаешь, же... Знаешь, что самое важное? Нави в этом раунде выбили все 5 девайсов из рук Титанов. По-прежнему экономика у французов ужасная. Им надо брать серию раундов для того, чтобы чувствовать себя более комфортно в этой половине. Это началось, по-моему, даже с пистолетки, когда... А Нави сейчас достаточно бомба взять взорвалась, этот раунд, и дальше проблем возникнуть не должно. Кеннис начинает все с минуса Зевс. Тут какая-то непонятная ситуация. Гвардиан вроде хотел выйти, но так как выходил его тиммейт, убегал, он не вышел. Мог нарваться на патроны, и Кеннис просто вот... Ну... Он просто нереальный. Два open фрага при вот таком агрессивном занятии минула. Вот я не обратил внимания на флешки вообще, которые вылетали на мидл. Вылетали ли они и как так легко все-таки поймали игроков на Тусвинс? Хотя, ну, первого мы видели как... Ну, скорее всего... Не рассчитывали, что так быстро пойдут занимать Титаны мидл. До этого играли очень аккуратно, очень пассивно именно в центре карты. А вот как раз-таки выбрали подходящий момент и прооркадили. Как-то тут и у Вани не получилось на центре. Ситуация 2 в 5. Ваня вынужден был рисковать, проверять вот такие вот дефолтные позиции. Но рано или поздно оказался просто боком к сопернику и... Не вообще, составил труда очень француза. Нужное дело сейчас. Сделали Титаны, они вот те самые два раунда подряд и смогли, по сути, практически смогли выиграть. Но уже можно сказать, что, скорее всего, Стариксу не удастся взять этот раунд. И Сережа будет, ну вот, посмотрев на экономику, можно сделать простой вывод. Ну, тут два варианта есть. Есть только, еще есть один. Только один вариант. Он будет сейвить, а вот дадут ли это сделать Титаны, мы сейчас узнаем. Я говорю о следующем раунде, знаешь... Ну все, должны поймать сейчас Титана из Старикса, хотя, ну тут он чересчур агрессивно сыграл, не ждал второго. И это третий раунд для французов. 5-3. 5-3, достойный ответ от Титанов. И теперь самое интересное. Вот как раз тот вариант, который ты говорил, он все-таки, наверное, присутствует и имеет право на жизнь. Да. Да? Да. Вот, тут было два варианта, конечно. Да, ты все-таки был прав. Либо полностью отдать все, либо вот просто одному парню купить то, что нужно купить. И, в принципе, мы видим, что решили... Я думал, будет немножко похитрее. Тут оказалось, еще третий есть вариант. Купить все, да, называется. А я думал, что сыграю через одного, например, Гвардиана. Апекс минус делает, Старикс размен. Но мне все равно интересен вот этот человек. От него многое может зависеть. 4 в 4 ситуация. Ну, вы видели сами, да, как вот ждешь, все хорошо, только лишнее движение, в этот момент выходит Кьюли и ставит тебе хедшот. Так, ну, 3-4 ситуация. Титаны завладели численным преимуществом, но это ненадолго. Сейзет. Своевременный поджим, забрал маньяка, ну и теперь все гораздо интереснее. Ну, вот теперь будет вот тут интересно. Гвардиан все-таки перед взрывом дыма успел сделать фраг, поспешил экзистенс. На секунду ему нужно было позже выйти. В это время Сейзет дает минус в районе коннектора. И остается один Кеннис. Гвардиан. Гвардиан красавчик, конечно, в этом раунде. Сейзета также отмечаем. Поджим был, как ты сказал, своевременный. Если... Очень своевременный. Вот он как чувствовал, что надо зайти. И... Ну, он зашел, минуснул разводящего и, в принципе, дал всю инфу, что выход на, и успел и Гвардиан стать. И потом еще зашел в спину и сделал еще один минус. Да, да. Опять-таки да. Же, Денис. На тебе этот раунд. Сегодня Сейзет просто вытаскивает. Очень много моментов, позиций. Конечно, не только он один. Конечно, Гвардиан, Эдвард взрывается. Но, в общем-то... Начало вот ложит Денис. Вот успеха команды Нави. Да вообще все хорошо. Пока что все абсолютно хорошо для команды Natus Vincere. Ну да, дали 6 раундов, но все равно можно 12-3 закончить, там взять пистолетку и просто, как говорится, убить своих соперников. И это может быть очередные две карты на... Две карты на финалах StarLadder 11 сезона. Так, какая-то неторопливая атака французской команды, но вроде бы наконец-то определились, куда же пойдут. Вообще неудачный тайминг и для Старикса, и там вот была инфа. Вот теперь надежда только на Ковача. Словак должен... Просто без шансов. Здесь именно тайминговый. Все фраги почти тайминговые. Стоит Старик, смотрит яму, я слышу инфу за спины, там кричит Зевс, ковры выходит, Старик только уводит прицел и выходит яма на него. Ну,
Жестко, конечно. Жестко и не повезло абсолютно всем. Но отмечаем титанов, отмечаем Кенниса с их стрельбой. Ребята просто не прощают никакие ошибки. Ну и вот теперь гигантские проблемы будут с экономикой у Нави. Взяли один, проиграли. И да если... и первая половина становится повеселее. Да, гораздо интереснее наблюдать, потому что 5-1 как-то, ну вот, без интриги был бы матч. Я думаю, все фаны и любители команды NATO Svincer только за то, чтобы интриги не было никакой, только за то, чтобы Нави вышли в топ-2 чемпионата и сразились LDLC, проигрывая 0-1. Но пока что нужно вообще об этом забыть и абсолютно вот четко настроиться на игру с титанами, на вторую карту и вообще ни о чем лишнем не думать. Только о фрагах, о сопернике, о тактиках. Ну и вот посмотрим, что решат сейчас на NATO Svincer. 6-4, было 2 сейва. Мы видим, что у Зевса появляются. Ну и понимаем, что... тут нужно снова решать какими-то невероятными действиями. Вот как раз-таки надо реализовывать 2 сохраненных девайса и постараться выдавить максимум ну в вот, этом моменте. Вот такой вот у нас максимум. Кстати, да, французы делают что-то подобное тому, что сделали после взятого пистолетного. Просто на морозе побежали в аркаду на базу Б. Не встретили там сопротивления, и только Эдварду удается забрать экзистенс. Эдвард с кухни дал минус, там просто никого не было в точке. И... там такой аншлаг намечает. Но тут прочекали, все-таки прочекали Зевса. Почему-то все остальные в это время не выходят. Непонятно. Хорош Гвардиан, подловил. Ой-ой-ой, что тут лежит. Но как по... маньяк отвечает, моментально. Эдвард, если заберет, забрал. Один остается, Кьюли. Против двоих и пока, по-моему, может справиться. Но смотрим, есть ли диффузы. Тут тоже вопрос. Старикс, диффузы. Есть диффузы. И, по-моему, берется раунд. Или нет? Берет. Да ладно, доля секунды. Как так? Вот тут 1/10 была. А вот это как раз то, что было нужно Нави. Они вот восстановили экономику. Теперь заставляют уже титанов задуматься об этой проблеме. Как это происходит вообще? Что за чудо-день для Нави сегодня? Уже взрыв бомбы уже прозвучал в наушниках. Уже вот этот звучок прямо перед взрывом вдоль секунды. Знаешь, самое обидное, когда вот-вот тебе осталось там миллиметр, и отпускается повозочка, и ты улетаешь куда-то в небытие. О, опасно здесь в окне. Кто-то из Нави играет. Гвардиан был. Увидел он тоже вот Кенниса, который по нему стрелял. Но, в общем-то, ушел от греха подальше. Да, в этот момент есть хороший минус в исполнении Словака. Ну и... вот зная Ковача, он на этом останавливаться не собирается, будет продолжать действовать агрессивно. Пока все хорошо для Нави. Дали минус, остались 5-4. Все хорошо с ХП, неплохие вроде бы позиции. Ну и, в общем-то, просто смотрим, чем это все закончится. И вообще, на что решатся игроки из Франции. Будет ли у них какая-то лютая очередная стратегия, либо какие-то очередные фраги, которые они умеют делать. Нет, Старикс принимает сейчас ковры, но и 3 в 5 еще сложнее. Вот этот, конечно, вот, безумный хардкорный воин. Ой, как он не попадает. Он вообще, он 9 из 10 таких должен попадать. Так и знаешь, опять-таки же, все упиралось в тот тайминг. Как только отвернулся Зевс, подсадили Кенниса за считанные секунды. Но вот повезло, да, они в этом моменте. Ничего не скажешь. Минус от Старикса на пленте. Поймал маньяка. Экзиксенс в окне. Хедшот ставит Зевсу. Хедшот ставит Сейзуду в парыче. Чекает с коннектора. Минус Старикс. Да кто-нибудь убьет его или нет? Либо он 1 в 5 будет брать раунд. Как повезло сейчас Нави. Не повезло сейчас Нави. Прострелом сквозь ящик находит Гвардиана. 5 секунд. Успели поставить бомбу? По-моему, не успел. Ну, посмотрим. Или успел? Успел. Доля секунды. Экзистенс. Это будет лучший раунд. Один из лучших раундов чемпионата, если он его сейчас возьмет. Вот это поворот. Просто... 5 в 1 оставался Экзистенс. И попадает! Это аплодисменты Экзистенсу. Это невероятный это раунд. Это первый эйс в рамках 11-го сезона Star Series. Финальной части. Ну, я думаю, все-таки вот стоило перетерпеть этот раунд. Все-таки уже 2, можно сказать, эко выиграли Нави, там полузакупки. И это какой-то небольшой моральный ответ для команды Титанов. Ну, знаешь, я ожидал увидеть эйс, это будет на эко какой-то красивый, кто-то соберет урожай, а будет много крови. А здесь этот раунд был, ну, я не знаю, такой не берется.
Вообще такой вообще не берется. Это я уверен, если ему дать еще 100 таких раундов, он не повторит того, что сделал. Кеннис тем временем дает минус, его забирает Старикс, Гвардиан дает минус ВП, и обратите внимание на то, что в руках Нави, и если они возьмут третий сумасшедший какой-то клатч раунд, это будет вообще невероятно. Старикс уже с АКМа подобранного дает фраги, по-моему, видели они. Сафа, что у нас происходит? Я не знаю, что это команды за... просто обмениваются раундами. 4 в 2 ситуация, экзистенс и маньяк. Ну вот есть экзистенс, этот парень заставил нас поверить, что ситуация 1 в 5 это не фантастика. Ну да, это да, абсолютная да. реальность, а в случае, если это капитан прическа. Минус сейзит, Гвардиан находит маньяка, ну и смотрим, чем закончится. 1 в 3, тут вообще стоит молчать после того, что мы видели, минус от... жестко. О-хо-хо. И вот как этого парня можно сравнивать с Фифуареном? Ну он действует совсем по-другому. Каких-то... вкусняшек он сегодня точно приел. Вообще пошла игра у Existence. Опять же, вчера он был не очень хорош по стрельбе. Сегодня совершенно другой игрок. Ну и вот тут все нормально. Эдвард страховал окном. Да, отдали Старикса. Но раунд выигран. 8-5 за Na'Vi. Первая половина второй карты. Напоминаю, 16-10. Первую карту забрали Na'Vi. Это был The Dust 2. Причем и одна, и вторая команда выигрывала раунды за защиту, а не за атаку на Dust'е. Но пока классически более-менее Мираж. Но 5 раундов... при определенных обстоятельствах Титана может хватить. Но при определенных обстоятельствах это может быть счет 16-5. Поэтому ну, просто смотрим и наслаждаемся. Подожди, еще не конец. Первой половины Титаны не сказали своего последнего слова в атаке. И готовят что-то интересное. Посмотрим. Ой, Сережа бы не пошел. Спрей, как же так его легко забрали. Тут Зевс исправляет ситуацию. Там могут подобрать девайс. Здесь есть Гвардиан. Зевс, красавчик, тушит. Данян, вот это характер. Закончились патроны в кольце, достал пистолет, развернулся и спокойно навешал двоим оппонентам. Ну что же, это исправляет ситуацию, но это было эко и проиграли 3 девайса. Тут... ну, на самом деле девайсы уже не имеют значения для Na'Vi, у них последний раунд в первой половине, так что все окей. Ну, главное, что раунд не проиграли. Но смотри, в итоге закупаются под ноль. Все равно. Но закупаются. Ну вот сейчас бы выбили 5 девайсов и... тогда бы раунд проиграли. Ну вот. Ну, ну 4 девайса выбили, уже были проблемы. Уже по один там пистолет. Apex дает первый фраг, его разменивает Зевс. Это все фаст на апленте. Был какой-то вот быстрый раунд. Как Зевс. Жестко действует капитан. Зевс четверых вырубил. Ну и чуть-чуть дейса не хватило. Ну, ну что, настал через экзистенса. Ситуация 1 в 3. 1 в 5 уже брал. Знаешь, по насыщенности хайлайта в этот... это заруба, наверное, самое интересное. Да, финал лузеров абсолютно никто не хочет вылетать. Четкий. Ни одна команда не хочет занимать третье место. Все хотят пройти к финалу, где уже их заждалась команда LDLC. Ух, вот это великолепная игра. Вот Na'Vi могли еще лучше закончить сторону, если бы, да возьми, не отдай раунд 1 в 5. Но сколько они выиграли под волевых закупок? Одну, две, три... две точно. Две точно. Мы они все отмечены. В аналитике мы поразбираем вместе с Сеней все эти эпизоды, друзья. Ну а. Ну и теперь самое давайте интересное. Смотреть, да, что будет во второй половине. Пошел пистолетный раунд. Ну и смотрим, куда же пойдет атака команды. Кстати, посмотри, как агрессивно начинает команда Na'Vi вчетвером через мидл. Кьюлиф Парыч ничего не сделал. Посмотрите, экзистенса ловят в коннекторе. Минус от Апекса. 4 в 3. Na'Vi большинство. Вот это сплит пуш апвента. Ну подожди, еще что есть там парочку опасных. Хотя трудно сказать, здесь не очень хорошая позиция у человека в респе. И смотрите, как он перестреливается неудачно. Здесь на релоуде поймали маньяка, здесь в окне в прыжке поймали. Ну все, все за Na'Vi. Вот главное сейчас 4 хэдшота не получить, и все будет хорошо. Кеннис, 1-4, Старик в прыжке с Берстфайра забирает пистолетный раунд для команды Na'Vi. 3 минуса от Старикса в этом раунде. 3 минуса, и Na'Vi оформляет серьезную заявку на... путевку в суперфинал. Ну, вспоминаем первую половину. Титаны берут пистолетку, и Na'Vi их переворачивают за счет вот резкого бая. Они решились почему? Потому что они в пистолетном дали минус 5, если я ничего не путаю. Ну и, знаешь, по-моему, была бомба, и парни решили... нет, бомбы не было, но парни решили агрессивно сыграть в защите, и не зря. Знаю, что у соперников будет не самый лучший набор девайсов, причем тогда Титаны рискнули, сыграли быстрый раунд на вот эту точку. И Na'Vi их неплохо приняли. Посмотрим, не получится ли наоборот. Маньяк забирает первого, остается красный, его добивает Сейзет. При этом Денису также откровенно повезло. Должен был делать 2 минуса маньяк, но дальше Na'Vi сгруппировались. Сконцентрировали
Твое внимание на сливающих игроках команды Титан, и спокойно их разобрали. Apex один против четверых, и это 12-й раунд для команды Na'Vi. Ну, здесь нужно поиграть в индейца. Я думаю, стоит забрать, попытаться забрать у парня вот ту штуку, которая у него осталась. Хотя вот уже старик за это поплатился, но дал инфу своим тиммейтам. 3-1, снова видели, и вот... Как так? Ого! Вот это жестко! Еще был такой один фаст, и я бы встал и ушел с комментаторской вообще просто. Нереальные, конечно, моменты у нас в этом матче. 12-5. И пока все, опять же, хорошо для Na'Vi. 4 раунда, и они в суперфинале чемпионата. Да, Титаны проиграли свою волевую закупку, лишились действительно хорошей экономики. А теперь в первом оружейном рассчитывать на ВП, ну, будет как минимум очень непросто. Ну, возможно, там, конечно, вот, можно рискнуть сыграть без армора снайперу, но... Ну, это, наверное, единственный вариант, в котором смогут Титаны позволить себе купить снайперскую винтовку. Мне тоже так подсказывает что-то. Ну что ж, Кеннис уже подобрал... ЦЗ-шку и отомстил в коврах Стариксу. И тут не все так просто. Ситуация 4 в 4. Смотрим за продолжением. Что придумает Na'Vi? Я думаю, сейчас увидим. Уже, в принципе, видим. Но... Можем посмотреть на карту и по направлению движущейся бомбы сделать выводы, куда же все-таки пойдет выход команды Na'Vi. И здесь все очевидно. Так, Юли поймали в коннекторе, проходя парыч, дали минус. Ну и теперь... Тихо как-то у Na'Vi. Всем тут сделали, позволили сделать. Разойтись по точке, занять все позиции. Уже Эдвард принимал парыч, дал минус. Бомба стоит, 4 в 2. И, казалось, ничто не предвещает беды. Ну, давайте посмотрим. Ну, скорее всего, беды не будет. Кеннис делает то, что должен делать. А вот Existence постарается. Смотри, какие тут мягкие диваны. Что-то придумать. Какие тут мягкие диваны. Кеннис почему-то их игнорирует. А вот Existence находит Зевса. Давайте тогда, наверное, еще за этим парнем посмотрим. Вот-вот взорвется бомба, но пытаются два девайса засейвить. Какие флешечки! Вот это классная была. Четко вообще знал, что... Вот я не знаю, откуда была инфа, Эдвард шел под шифтом. То ли интуиция Existence, то ли... То ли тайминг поймал, вот, и понимал, что его кто-то должен поджимать спину, и вот, ну, эта флешка. Ну, знаешь, такое ощущение, как будто вот в этом моменте у Existence был включен волхак. Да-да-да. Ну, был бы это онлайн-чемпионат, конечно, можно было там обвинить в чем-то, поспорить, поскандалить, но тут, на самом деле, варенье-то все видят экраны всех игроков, поэтому тут все понятно. Ну и давайте смотреть за тем, что придумали Титаны в первом оружейном. Агрессия в медле. Размен. Apex вместе к Йоли. Пока размен в их пользу, но Костин достойно отвечает. Слышали снайпера. 3 в 3 ситуация. И уже гораздо лучше для Нату Свинцер. Я вот смотрел за Кеннисом, потому что думал, что именно этот парень сможет там, конечно же, как всегда, наделать кучу фрагов. А оказалось, что вообще без него там справились как его тиммейты, так и его соперники. Так, а вот теперь позиция Костина. Ну вот я слышал четкую информацию. Ну все, Эдвард его подсбрил уже, нормально. Тут такой тайминг чудотворный был. Инфа от Костина была в зиге. И вот только то, что Кьёли стал под коврами, могло хоть как-то изменить это все. Ну и на самом-то деле там Кьёли мог поймать. Просто там был чек в правую сторону, а не в левую. И мог он поймать Сейзи, да это могло все печально закончиться. Да и сейчас ситуация 2 в 2. Давайте смотреть. Бомба есть, все, остается Сейзи. Это один против двоих. Кеннис великолепно просто стреляет. Просто невероятный. Зачекал, где находится. Стрейф за стенку и выстрелом через стенку. Просто ставит точку в этом раунде. 13-6, и Титаны берут первый оружейный. Ну и это... Не знаю, можно сказать, что это возрождает интригу в этом матче? Или еще рано? Пока рано. Была бомба, и об этом знают Титаны сейчас. Вот какое волевое или не волевое вообще, какое решение будет у Na'Vi по раунду? Может быть, стоит там поменять ритм немножечко? Может, чуть побыстрее стоит сыграть? Может быть, рискнуть стоит один разочек, пока есть... такой шанс. Но сейчас посмотрим и увидим все сами. Так, ну вот, наверное, экшен будет у товарища Гвардиана. Ну, может быть. Пытается подловить чекающего игрока. Хорошая граната от кого-то из французов. И у Ковача минус 50% здоровья. Так, ну тут, конечно, атака будет действовать сейчас помедленнее. Вы видели там почему. Я думаю, все обратили внимание, что там полетело под нос товарищу словаку.
Ну и, в принципе, особо как-то вот опасно он сыграть в этом эпизоде не мог. А вот хорошо Кеннис поменял позицию и зигзага подловил Гвардиана. 5-4. Хорошее начало для защиты. Кстати, обрати внимание на модель защиты Титанов. Просто перемещаются с одной позиции в другую. С одной в другую. Какая-то колыбельная. Укачивают команду Нави. Ну, не знаю, Нави вообще очень классно. Вот первую половину они противодействовали против Титанов. Вообще там колоссально классно. И сейчас чуть-чуть, если повезет команде, то все будет хорошо. Есть минус, ситуация уже 4 в 4. Эдвард тоже дал какую-то дополнительную, должен был, информацию. Вот хороший минус от Сейзеда с АВП. И посмотрите, маньяк Эдварда, по-моему, в хелпе забрал. 3 в 3. 3 в 3 ситуация, 15 секунд до конца этого раунда. И Апекс минус 2, там и второго за спиной забрал, и уже вот, конечно, все плохо и печально. Ну да, Нави вынуждены были действовать более агрессивно, потому что заканчивалось время. Надо было добираться до одного из плентов и постараться установить бомбу. Титаны очень неплохо отыграли в этом раунде. Опять же, Кенни за счет первого фрага зигзага приносит плоды своей команде. Счет 13-7. Ну и мы видим, что у ребят из NATO Свинцер пока дела обстоят с деньгами плохо. Ну, это ненадолго. Смогут ли парни вообще вот в атаке выдать какой-нибудь там раунд с глоками? Большие сомнения, но вот девайс Эдварда, конечно, это что-то с чем-то. Давай, наверное, смотреть за ним и вот что покажет Ваня. Живет ли в нем настоящий ковбой? Нет, не живет. Нет, не живет. Там просто в дым залетает от Кенниса, делается минус 2, минус 3, минус 4. Не поставили бомбу и минус 5 без потерь выигрывает раунд Титаны. Очень неплохо для их экономики, а она все растет и растет. И эти последние три раунда, это будет просто боль какая-то для Нави. Это пытка настоящая. Зубами нужно будет их вырывать из рук мертвых французов. Именно так. Ну, не все здесь, кстати, французы. Маньяк он у нас из Швейцарии, а Existence из Бельгии, если быть вот точным. Кьюли тоже не совсем. Ну, гражданство имеет. Да, Ховик Товмасян. Что тут еще говорить? Настоящий француз. Ну что же, посмотрим, что предложит Нави в очередной раунд своей атаки Титаном. Тут просто война у парня. Вот какая-то первая волна раскидки от Нави остановилась, заставила Титанов потратить хорошее количество гранат. И теперь под вторую раскидочку Нави должны еще раз пробовать заходить на базу А. Я когда-нибудь все-таки вырву себе кнопку Windows с клавиатуры. Ситуация довольно понятна. Как-то комментировать ее нам тяжело. Очень тяжело. Сейзит есть первый минус, а вот дальше Апекса все-таки проверили. Очень повезло, вот очень повезло, что Гвардиан проверил. Так бы двое бы ложились. Минус 3 от Кьюли, минус 3. Ну и в итоге остается один маньяк против двоих игроков, против харьковского дуэта. Зевс на самом деле достойно ответил. Он также дал два уверенных минуса маньяк. Забирает Эдварда. Ну вот на капитана опять вся надежда. Капитан уверенно играет. Хедшот, хороший зажим. И 14-й раунд для Нави. 2 до победы, 2 до финала. Так, ну и теперь смотрим, что там с деньгами у Титанов. С деньгами все там окей. По-прежнему французы закупаются. Там по-прежнему все отлично. Хотя, может быть, и не супер отлично. Но в этом раунде-то все шикарно. Начиная с этого момента, у Титана нет права на ошибку. Что происходит? 35-я секунда, Нави еще на респект покупают оружие. Ну, в принципе, им торопиться-то некуда. Ну, 4 девайса потеряли по понятным причинам. Номер 7, номер 7. Номер 7, поджим ковров Кенниса. Законтролили. Ну, вот номер 7 только мог дать минус ключевой, но в итоге там по реакции неплохо его принимал вот этот игрок, если не ошибаюсь. Ну, смотрим за развитием событий. Нави не спешат со своими атаками. Вообще, в принципе, у ребят все получается. Да, бывают какие-то ошибки, но играют они не с какими-то дворовыми пацанами из какого-то клуба, а это очень опасные ребята из Франции. Да, и вот теперь, наверное, самый интригующий момент. Нави. Нави вот так вот агрессивно выходит на базу Б. Маньяк, есть один минус. Повезло, если честно, но там дальше Кьюли отвечает минусом. Зев забирает экзистенса. 3 в 3 ситуация. Есть инфа вот у этого парня. Есть инфа. Почему у атаки нету инфы, не понимаю. Минус 2 от Кьюли.
Оу, классно играет парень. Но это говорит о том, что французы все-таки хотят отыграться. Сложная ситуация. Так там просто сдаваться не собираются. Кьюли классно играет, но по идее Нави атака должна была дать инфу, что человек стоял в зиге. И там как раз Зевс последний заходил в зига, перестрелил с коннектором. Но... Да, вот слишком, наверное, его отвлек игрок с коннектором. Даня пропустил информацию о Кьюли и вышел к нему спиной. Возможно, возможно. Ну, смотрим, что придумают в очередном раунде Natus Vincere. Сейчас, в принципе, вы это все сами прекрасно видите. Да, походу ничего грандиозного придумывать не решили. Просто примитивная аркада на базу Б. Как французы с ней будут справляться, Кьюли? Да как, Молотов, хорошее точное попадание. Не зацепились за open фраг Na'Vi. Да, Старик здесь сделал минус, но хотят минус 2, может минус 3. Нет, 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 нет. 14-10. Ну что, вот это уже опасно. Вот такой вот неоднозначный счет. Вот знаешь, как мы всегда говорим, что 14 раунд это самый волнующий, самый вот такой вот тяжело дающийся раунд. Ну, 14, 15, 16 это всегда так. И опять же, смотрите, обращать внимание на экономику. У Na'Vi теперь не так много шансов будет на то, чтобы завершить как-то положительно эту встречу для себя. Смотрим, как не добил, повезло, ой-ой-ой-ой. Просто повезло сумасшедшим образом, что двое поджимали, а не один. Одного бы он просто разорвал бы Зевс. Тем временем Кьюли забирает в медле Ваню Эдварда. Стариксу в нос просто отправили хаешку, по-моему, это был экзистенс. Ну и, в общем-то, ситуация 5-3. Да, здесь дальше все спокойно для французов. В живых только Сейза, Денис. Будет ли второй минус? Пытался по полечке там пострелять, не получилось. 14-11 и уже три раунда между командами. Два раунда до победы Na'Vi вообще в этой паре. И до того, чтобы выйти в суперфинал, занять топ-2, но... Эти два раунда будут самыми сложными, наверное, за все дни. Да, и опять-таки же, посмотри на экономику Na'Vi, там вот проигрывают и сразу вынуждены сливать. Так что проигрывать нельзя. Ну, а здесь вообще вот такая ситуация. Ну и, в принципе, Na'Vi умеют такие раунды играть. И... Давай, наверное, карту Дайо. Вот. То, что нам надо знать. Na'Vi уже готовы оформить очередной выход на конкретный плен. Ну и в принципе он может получиться. Вот этот тут опасный тут персонаж, он очень классно всегда принимает своих соперников. Сейчас как его не забрал Зевс, просто чудотворным образом повезло Апексу. И пока защита в большинстве, но давайте смотреть, чем все может закончиться. Кеннис принимает Старикса. Хороший минус от Гвардиана, 3 в 4, ну вот экзистенс. Неплохо зарешал. Сейзит один. Двоих тут законтролить можно! Один на один против Кьюли. Есть 50 секунд в распоряжении Дениса. Надо не торопиться. Надо... Есть бомба, самое главное, в руках человека. Поэтому тут проблемы, да, вот у теперь Кьюли. Условия на карте диктует Костин, который уже сделал 4 минуса в этом раунде. Денис на протяжении всего сегодняшнего игрового дня радовал нас. Ну и если он сделает эйс, можно сказать, что практически он сделает все, чтобы команда победила. Ну, не в одиночку, но плюсов сегодня от этого парня просто неимоверное большое количество. Ну и давайте посмотрим, остается-то 18 секунд до конца всего эпизода. И вот интересно, как будет действовать вот этот человек. Ну, знаешь, не совсем удачное место расположения бомбы. И вот Денису тяжело будет определиться с позицией, с которой надо будет играть. Так. Коварный Костин. Я просто молчу в этот момент, я пытаюсь даже, знаешь, послушать звуки вообще. Коварный Костин, посмотрите, что делает. Костин! Эйс от Сейза, да, чуть не ошибся, в дым начал шить. Браво, Жестко. Браво! Второй эйс за Мираж. Нет, 4 фрага. Четверых забрал? Да. А кто был тот самый? Ну вот не знаю, кого забрал еще, кто украл у Дениса, можно сказать, этот эйс, но 4 фрага сделал Костин. Ну, покер, не суть покер. Дела, он красавчик. Он взял невероятно важный раунд для команды Na'Vi, тем самым оформил 4 матч-поинта. Слава Кьесе, open фраг, забирает экзистенса. Смотрим за продолжением, 5-4, 4 фрага до выхода в финал команде Natus Vincere. И опять же за счет Гвардиана очень неплохо получилось стартануть. Ну а мы продолжаем смотреть за опасными людьми. Гвардиан забирает Кьюли. Казалось, этот минус сделает Кеннис, но там где-то Гвардиан находит головы своих соперников и просто с АКМ играет парень не хуже, чем с любого девайса. И в частности АВП.
Так, а я посмотрю, где же нашел. Один фраг на зигзаге, второй в коннекторе. Да, вот так вот в мидл Ковач спокойно вышел, сделал два опенфрага. Маньяк сделал минус по Эдварду. Посмотрим. Вот тут, по-моему, была инфа. Гостин. Гостин сбривает маньяка. Два в четыре. Нет, один в четыре ситуация. Нави готовы. Готовы к команде LDLC? Ну, давайте посмотрим. Подождите. Уже были эйсы, уже были страшные ситуации. Нет, я не верю. Я отказываюсь верить во все, что вот может сделать Кеннис. Никто не верит, кроме какого-то преданного француза, в то, что сейчас можно потащить. И, ну, тут просто, я даже не знаю. Победа Нави. 2-0 по картам. 16-10, 16-11. Поздравляем. И заметь, мы действуем, точнее, мы идем в той же тенденции. Мы по-прежнему не видели противостояние из трех карт. Все встречи заканчиваются с идентичным счетом 2-0. Ну что же, друзья, расстроенные титаны, хорошая игра, у Экзистенса были хорошие моменты. Вот тебе Феникс, ящик за это, за эту встречу. Это утешительный приз. Для Экзистенса за эйс в этом матче. Ну, надеюсь, он принесет ему хороший девайс Star Trek с завода. Или ножик какой-то ценный. Наверное, мы потихонечку уйдем на рекламную паузу, после чего студия аналитики. Ну, после чего, в принципе, я здесь останусь, на мое место сядет Есенин, покажет нам, вот вспомним те самые моменты, эйсы, хорошие раунды, я немножечко статистику расскажу. Ну и готовимся к суперфиналу между командами Na'Vi и LDLC. eSportBets.com – сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Dota 2 до Hearthstone. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает first blood? Кто заберет первого рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до $600. eSportBets.com. Живой азарт.